ну, разрешение, понимаешь, да? Пожалуйста. Дай еще один приговор. Еще один? Да, для передачи. К вам обращение. К вам обращение, гражданин без фамилии, имя, отчества и без должности. Я не понимаю вообще, что вы тут сидите. Значит, данный приговор черной метку общества передать Марковой по пребыванию. Вот документ, то, что я имею право вручать. Передать. Срочно передать. Отставить разговоры, выполнять. Отставить. Принять и передать. Принять и передать. Все очень просто. Принять и передать. Вызовите руководство. А вызывайте вообще свое руководство, чоповское. Вы из ЧОПа вообще, нет? Вот это форменное обмундирование, друзья, к слову сказать, это ФСИНовская, Федеральная служба исполнения наказания вообще. Да? Я думаю, это просто майка. Какая-то есть. Где? Это просто майка какая-то. Скажем речь. Скрываю. Ну, ФСИН. УИС, уголовно-исполнительная система в Роспотребнадзоре, друзья, в управлении. Вызывайте руководство, вызовите Амариева. Амариева вызовите. Все, вопрос, вы только что разговаривали. Амариева вызовите. Все, вы только что разговаривали. Почему вы не задали им вопрос? Амариева вызовите. Она убежала, это руководство вообще там с надзора. Здравствуйте. А можно анализ забрать? На клеще вчера. Конечно, можно. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, проходите. А вроде кто только по паспорту. Да. Ну, мы сейчас тоже. Мы пойдем тоже на клеще мы тоже пошли. Свободные. Да мы и так спрашиваем. Здравствуйте. Здравствуйте. Да мы не шумим. Мы в IT. Да. А почему? А по какой причине вы меня не пропускаете? Сказали, вы свободны. Так это мое здание. Они по стартеке не работают. Слушай, они вообще не понимают, что... Это мое. Это мое здание. Блогеры пришли. А к Марковой, к Шараповой, к Тихоновой и к управлению. Никто не поговорил. Она, я считаю, она лжет мне, друзья. То есть Марко приходил и все решил? Нет, нет. С кем приходил? Нам бы заместителя управления, начальника, увидеть Амариева, либо снова начальника Ломовцева. Ну, милый мой. А скажите, а вы кто в должности? А я завхоз. Я вот поэтому и спрашиваю. А что завхоз? Завхоз управления, да? Нет, завхоз. Что вы хотели? Вот да. Опять. Вот еще один человек предъявил паспорт и прошел, правильно? Да, да. Давай сейчас еще раз попробуем, Максимка. Строевой. Вызывайте. Ой. Никак не пропускают. Вызывайте автоматчиков, вызывайте на нас. Блогеры, скажите, прибыли. Да, с приговором. Спасибо. Пожалуйста, до свидания, девушка. До свидания. Все хорошо? Да, все свободно. Поздравляю, примите мои искренние поздравления. Здравствуйте, мне надо ключи. Ключи? Да. Ходите по первому этажу до конца, на второй этаж. Пошли, сдадим ключи. Слушай, я думаю, тут тогда бы я брали. Молодой человек! А вы слышали, что сказали? Вы свободны! Но вы меня не пропускаете. Я свободен. Вы знаете, я рожден свободным. Об этом, друзья, гласит Конституция Российской Федерации. Просто указанное лицо, ну непонятно кто еще раз, да, контролер, секьюрити, охранник. Может она никто, раз у нее имя никак. Но она сказала, что как никто можно обращаться или как? Никак. Для приема обращений. И корреспонденции, входящие. Друзья, мы суда, приговор тоже. Так, вы свободны, вам сказали. Да, мы изначально пришел. Вот между тем человек из
уголовно-исполнительной системы прибыл. Я вижу по форме на обмундирование. Он знает воистину, что такое свобода. И свободное. Все. Да. Слово сказать, ваш вы коллега, ну, у вас форма соответствующая. Ром, можно паузу, паузу, подожди? Подожди. Давай. Так, давай я. Можно я пройду это? На клеща сдам? Так, идите. Можно? Спасибо. Вам сказали, вы свободны. Можно на клеща пройду, сдам? Вы свободны, вам сказали. На клеща можно пройду, вам сдам? Вам сказали, вы свободны. Я свободен, словно птица в небесах. А на клеща можно пройду, сдам? Вам сказали. Мне на ничего выход, не говорили. На выход. Нет, это вы ему говорили. Вам лично. Мне лично? На выход. Ко мне вообще никто не обращался. Можно я на клеща пройду, сдам? Начальник управления руководства Амариев, обращаюсь к вам открыто. Проведите работу надлежащую внутри этого управления над своими должностными лицами. Это что такое творится? Вы посмотрите, данная личность... Гражданин, ну, совершенно неправильно понимает пропускной контроль. Должностные лица, вы посмотрите, как общаются, бегают, по гражданке ходят. Что вы тут вообще бардак-то развели? Или я давно опять у вас не был? Ну, вы же смотрели мои видеоматериалы, я же сказал, что я вас контролирую. Там так и написано, управление Роспотребнадзора на моем контроле. А ваш работник Шарапова... которая все говорила, отставить Шарапова, говорила мне, да что ты, мы с ней на ты уже перешли. Но я, наверное, Марку, Шарапову и Тихонову приглашу в ресторан, мы там, стакан, в общем, по стакану выпьем, может, карты сыграем, раскинем пасьянс. Главное, не на раздевание. Да, не на раздевание. Руководство пригласите, я еще раз попробую. Нам вход никак в управление. Человек, вам сказали, вы свободны. Да я рожден свободным. Вот я смотрю. Я рожден свободным. Вот в чем дело. Господи ты, боже мой. Куда мне еще-то вломиться сюда? Ну что, мне перелезть через турникет, через этот, а? Так, вы сказали, я слышала, что вам сказали. Ну что? Я сказала вам. Стрелять будете? Я вам сказала. Ну а почему вы нас все пропускаете? Я вам сказала, вам передали, что вы свободны. А кто передал, можете сказать? Спиридонова. А, Спиридонова. Вам, с вами она разговаривает. А она кто? Руководство управления? Вы свободны. Она руководство управления? Вы свободны, молодой человек. Ну, в принципе, Макс, что тут говорить, да, с ними терять времени? Еще довести. Ну, конечно, посетим, да. Так, значит, вот в этой папочке тут приговорчик. Вы меня слышите? Никто. Никак. Никак, никто. Приговор. Маркова, для тебя прежде всего. Максон, у тебя еще есть приговорчик там? Есть. Давай его сюда. Это для Шараповой. Или нет, вручим. Лично. А, спасибо, вручим. Какой отпуск кончается когда? Да, отпуск нам сообщите, когда там заканчивается. Нет, сейчас мне сообщите. Так, ладно, тогда я вам оставляю свою визитку. Вы мне... Оставляем, друзья, визитку. Чего вы не спросили? Когда вот. Вы придете из отпуска? Пожалуйста, вот вам визитка. Мне сообщить, доложить, когда кто выйдет из отпуска, когда будут должностные лица на рабочих местах. Моя визитка тоже вот сюда вот. Видите? Вижу. Принять под роспись. Корреспонденцию входящую. А то, видишь, а то я вашему руководству тоже сообщу. Руководство посмотрит на ваши действия, значит. Подписать мне в ежедневнике, что приняли у меня входящую корреспонденцию. Я ничего не буду. Почему? Кто вы такой? Я человек, гражданин, высшей ценности общества. А вы кто? Я а вы я кто? Тоже высшая ценность. Да вы никто, вы сказали сами. Ну, я-то никак не могу вас квалифицировать, установить. У вас ни фамилии, ни имени, ни отчества, ни бейджика вообще, никто, ни разряда. Друзья, напишите в комментарии, кто это сидит здесь на КПП, который вот я прохожу, вот просто пищит все. Видите, друзья? Ну, что поделать? Ясно.
отказываетесь нас пропускать? Вы свободны. Отказываетесь нас пропускать? Вам сказали, вы... Все, я вас понял. Я вас понял. Что ж, мы, друзья, лояльные, вы сами знаете, мы не будем нагнетать в этом управлении, где должностные лица, помимо простых работников, неправильно понимают интерес службы. Девушка, подождите, а я вас знаю. Девушка, вернитесь, как увидел. Девушка, я сейчас за вами на улицу побегу. Девушка. Все, Марко, шарапо. Подожди, мы с ней где-то... Здравствуйте. Где-то мы с ней встречались. Ты видел, как увидела она такие глаза, камера этот не успел отобразить. И такая туда, вон, друзья, посмотрите, на черный выход. Ладно, Марковой, Шараповой, привет. Мне доложить лично, позвонить, вон визитка, сообщить. Когда кто будет, приеду, буду пообщаться. Был Рябикин, Казанцев. Я вас всех контролирую здесь. Всем понятно? Обязательно. Всем понятно? Роспотреб на моем контроле. Пойдем, Максон, не будем терять время с этими. Мало того, что непорядка производства по делу об административном правонарушении, ни рассмотрение обращений, ни мотивировочной части, ничего должностные лица не понимают. Руководство бездействует, контроль отсутствует. Ломовцев, Помариев, вам говорю, проконтролировать каждому, разъяснить, вручить КУАП Марковой, вручить Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации. Это позорище просто. Шарапова, заместитель начальника юридического обеспечения, ни хрена ничего не знает. Это позорище. Почитайте протоколы судебных заседаний в административном деле. Аж судья смеялась. А у нас Маркова, к слову сказать, друзья, у меня видеоматериал ниже. А Маркова-то у нас отказалась от должности. Она кричала: я не должностное лицо управления. А Мариев, Ломовцев, вам говорю всем. Вам оставляю запрос дать на разъяснение мне, кто кем является Маркова в данном управлении. Разыскать должность. Все сообщить. В порядке 59-го федерального закона об обращении и рассмотрении граждан. Пойдем, Максон. До свидания. Удостоверение, чтобы было в следующий раз. И все в форме тут ходили. И Маркова, и Шарапова, и Тихонова. Друзья, ну что, вы все видели сами. Совершенно не понимающие, никто сидит на этом пропускном пункте. Я уверен, что и Шарапова, и Маркова здесь. Просто они услышали фамилию Рябикин, Казанцев, и все по норам слились. С надзора Тихонова затроила, убежала. Приговор, к слову сказать, остался у нее на столе наличествовать. Какой-то руководитель надзора там прибежал, что-то пыталась выяснить. Чушь какую-то ахинею понаговорила. Макс, ты слышал? Раз вы не приняли, то мы вас принимаем. Раз вы не были на вынесении решения, то мы у вас приговор не понимаем. Друзья, в общем, сделайте оценку, напишите в комментариях. Друзья, всех благодарю за внимание. Спасибо, что смотрите мои видеоматериалы, а также моего друга, блогера Максима Казанцева, канал «Максимка проверит». Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. Друзья, впереди вас ждет куча интереснейших видеоматериалов на различные жизненные тематики, особенно по общению и воздействию, или как сказать, в общем, с должностными лицами, воспитанию, органами государственной власти, которые правильно понимают интерес службы, я не буду отрицать, есть совершенно компетентные должностные лица, а есть такие, как Маркова, Шарапова и Тихонова. С ними мы встретимся в ресторане за рюмкой, коньяка, водки, чего угодно, под шашлычок, и сыграем карты. Друзья, всем пока!